Бюджет Первоуральска увеличился почти на 30 миллионов рублей. О дополнительных средствах, которые поступили в муниципалитет из областных фондов, рассказали на заседании городской думы. Нам выделены 150 тысяч из областного бюджета на создание спортивных площадок ГТО. Нам выделено порядка 21 миллиона. Эта субсидия полностью уходит в управление образованием. И нам дополнительно выделены межбюджетные трансферты в размере 7 миллионов на стимулирование муниципальных образований. Кроме того, 1 миллион 300 тысяч направят городскому кладбищу на вывоз мусора, 2 миллиона 600 тысяч рублей пойдут на дополнительную оплату расходов за уличное освещение, которое установили за последние годы. Порядка 5 миллионов потратят на продолжение ямочного ремонта дорог в поселках. Также дополнительные средства будут переведены для продолжения строительства газопроводов в поселках Билимбай и Новоуткинск. Еще один крупный проект, который финансируется из городского бюджета – строительство скважины у горы Липовая. На эти цели в бюджете дополнительно предусмотрели 10 миллионов рублей. Поправки в главный финансовый документ города депутаты приняли единогласно. Добавлю, что это последнее заседание Думы перед депутатскими каникулами. Следующее заседание намечено на сентябрь.